Я сейчас нахожусь в жилом комплексе Покровский. Здесь была база российских солдат. Вот они тут ели. Вынесли все двери абсолютно. Во все квартиры. Вот, посмотрите. Мародерили. Все ценное, что можно взять, доставали. Можно увидеть бутылки из-под алкоголя очень много. Свинарник такой, что просто невозможно. Очень грязно оставили после себя, когда бежали. Вот, в общем-то, вот смотрим, дверь вынесена. Вот здесь тоже квартиры. Двери все вынесли. И собирали часы, драгоценности, все выворачивали из шкафов. Вот, пожалуйста, везде, где есть дверь, ее обязательно вынесли. Вот. Вот двери. Все двери выбиты. И выпотрошили все, что можно выпотрошить. Позорище. То есть мародеры. Просто-напросто мародеры. Это тот самый ЖК Покровский в Гостомеле. Вы наверняка видели эти кадры, когда прямо по жилому дому идет атака. Вот здесь бутылки. Армия России. Армия России. Объедки какие-то, свинарник. Мы зашли сюда вместе со спецподразделением. Сейчас происходит, в тот момент, когда я снимаю это видео, так называемая зачистка. То есть Гостомель под контролем Украины, но спецподразделения заходят и проверяют, чтобы нигде не осталось врага. Вот жилой комплекс Покровский. Очень жалко. Хороший, отличный жилой комплекс. Очень сильно пострадал. Можно сказать, что не осталось ни одной квартиры, которую бы оккупанты не взломали. Мародерили просто вовсю. Первые кадры из Гостомеля. Вот, я бегу. Нас зовут. Живой комплекс Покровский.